В регионе в 19-й раз проходит традиционный фестиваль детского творчества «Светлый праздник». Одна из площадок – Ивановское музыкальное училище. Здесь открылась выставка юношеских работ, посвященных Светлому Воскресению Христову – Пасхе. Цели фестиваля – это духовно-нравственное воспитание, образование в классических лучших традициях нашей образовательной школы, в том числе духовных школ, просветительское направление. Дети наши должны прекрасно владеть знаниями в области священного писания, библеистики, ну, во всяком случае, таких известных тем, как Рождество Христово и Светлое Христово Воскресение Пасхи, что связывает христиан всего мира. Программа фестиваля разделена на несколько номинаций. Одна из самых широких – художественное творчество. Ребята из Иваново и районов представили более 500 работ. Среди них рисунки с символами пасхальной недели, а также поделки из ткани, бумаги и других материалов. На выставку жюри отобрало сотню лучших. Кроме того, в фестивале приняли участие театральные и музыкальные коллективы региона. Наш коллектив, струнный ансамбль «Интермеццо» при Иванском музыкальном училище, неоднократно принимал свое участие в этом фестивале, и в этот раз мы тоже в числе многих участников внесли свой вклад, как и остальные, отправляя видеозаписи. В поддержку этого фестиваля мы играли ряд композиций светлого характера. Победители и призеры фестиваля будут объявлены в начале июня. Лучшие получат дипломы и благодарственные письма Ивановского духовенства и Департамента культуры. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.